Служение Дерека Принса. Крест в центре. Часть вторая. Итак, в чем же цель креста? Как мы можем применить его к себе? Я хочу кое-что сказать. Это легко сказать, но не всегда легко так жить. Цель креста — привести нас к концу всей нашей мудрости, силы и показать, что они полностью бесполезны. Мы можем войти в Божью благодать лишь тогда, когда придем к окончанию самих себя. И снова возвращаемся к первому посланию к Коринфянам, потому что, как я уже говорил, я очень люблю эти главы. Первая глава. Бог определенным образом готовил меня к проповеди этой истины, позволив мне погрязнуть на какое-то время философии. Итак, первая глава, 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Это также правда, как и тогда, когда Павел писал об этом. Я даже хотел бы добавить, что мы не имеем права предлагать иудеям Евангелие без его сверхъестественной составляющей. Не буду вдаваться в детали, но думаю, что в Новом Завете нет никаких оснований для этого. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого». Христа распятого, запомните, не просто Христа. Легко проповедовать о Христе как о великом учителе и чудесном целителе, но это ничего не изменит. Нам нужно проповедовать Христа распятого. Для иудеев соблазн, то же самое и сегодня, а для эллинов безумие. Но слава Богу за «но». Для самих призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Когда мы видим Христа как силу Божью и премудрость? Только когда мы приходим к концу своих сил и нашей мудрости. Затем Павел делает изумительное заявление. «Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Что подразумевается под немудрым Божьим и немощным Божьим? Крест, конечно. Да, вы правы. Он максимально немощен. Нельзя придумать ничего более немощного, чем человек, умирающий в агонии на кресте. Также это абсолютно немудро. Богу пришлось послать своего единственного и совершенного Сына в этот мир, а затем позволить ему умереть как преступнику? Так что это было полностью немощным и полностью немудрым. Но когда мы приходим к определенному моменту нашей жизни, когда мы приходим к концу всей нашей мудрости, умений, силы и праведности, тогда мы делаем чудесное открытие, что крест сильнее человеческой силы и мудрости. И снова хочу заметить, что из-за моего знания греческой философии я считаю эти слова чистой правдой. Они ничего не преувеличивают, а полностью соответствуют действительности. Все именно так. На кресте Божья немощь сильнее, чем наша сила, а Божья глупость мудрее, чем наша мудрость. Но многим из нас трудно оставить свою силу и мудрость. Мы хотим держаться за нее. Мы посмотрели замечательную религиозную сценку, в которой девушке предложили красивую новую одежду вместо ее старого потрепанного пальто. Она готова была принять новую одежду, но не готова расстаться со своим старым потрепанным пальто. То же самое можно сказать о многих из нас. Я хочу Божьей мудрости, Божьей силы, но также хотел бы оставить и свою мудрость и силу. Бог не работает на таких условиях. Вам нужно прийти к концу своей собственной мудрости и силы до того, как Бог высвободит свою благодать. Павел сделал по этому поводу несколько замечательных утверждений, одно из которых находится во втором послании к Коринфянам, 12 главе.
Вы замечали, что многие люди охотно изучают сегодня первое послание к Коринфянам, потому что в нем есть все дары Духа, но немногие уделяют время второму посланию к Коринфянам. А знаете почему? Потому что в нем говорится о слабости и страданиях, а это не очень популярная тема. Итак, с 7 стиха Павел делится своим личным опытом. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, он говорит обо всех откровениях, которые дал ему Бог. А знаете, что склонны делать откровения? Они склонны вызывать в нас гордость. Бог любил Павла так сильно, что хранил его от гордости довольно необычным способом. Он высвободил ангела сатаны, который следовал за ним повсюду, создавал неприятности и гонения и держал его в смирении. Кто из нас желает смиряться? Конечно, такие люди есть, но их немного. И вас могут удивить инструменты, которые Бог будет использовать для этого. Вот что он говорит. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Это метафора, взятая из Ветхого Завета. Так Иисус Навин предостерегал израильтян, говоря, что если они не ликвидируют хананеев, занимающих землю, а позволят им остаться, то хананеи станут жалом во плоти. У многих из нас есть жало во плоти нашего собственного производства, потому что мы вошли в обетованную землю, но позволили многим хананеям остаться в ней. Одна из вещей, которым Бог учит нас с Руфь, это то, что мы должны ликвидировать хананеев. Павел говорит «ангел сатаны». Знаете, в греческом языке одно и то же слово можно перевести как «ангел» и как «посланник». «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня или бить меня, чтобы я не превозносился». Если вы изучите карьеру Павла, то увидите, что он был не похож на других апостолов. Всех их преследовали, и у каждого из них были проблемы, но проблемы Павла были куда серьезнее. Я имею в виду, что почти не было такого города, в котором бы не было мятежа после его приезда. Причиной мятежей были довольно глупые вещи. В Филиппах это случилось из-за того, что они изгнали демона из девушки-предсказательницы. Весь город переполошился, и уже через несколько часов они силой оказались в самой охраняемой тюрьме. Это нелогично. Это никак нельзя объяснить или аргументировать. А все дело было в ангеле, провоцирующем все эти вещи. И куда бы он ни шел, начиналась заваруха. У Павла часто случались мятежи или пробуждения, или и то, и другое сразу. Хочу сказать, что, по моему мнению, в церкви нужно больше мятежей, чтобы было больше пробуждений, но сейчас не об этом. Все же знают, что Бог отвечает на все молитвы апостолов, не так ли? Но вот Павел говорит, «Я трижды молил Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Бог этого не сделал». Когда люди говорят мне, что Бог не отвечает на их молитвы, я говорю им, «Не забывайте, что нет, это тоже ответ». Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Это правда, потому что если у нас есть своя воля, то как люди могут увидеть Божью силу? Сила Божия совершенствуется в моей немощи. С этого момента вы будете рады быть немощными, не так ли? Напомню, что Бог слышал то, что вы сказали. Возможно, через полгода вы даже пожалеете, что слушали меня сегодня. Я много говорю об исповедании, но я никогда еще не просил людей исповедовать такое. Прошло много лет, пока я сам захотел исповедовать это. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, вот как продолжает Павел, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, «Ибо, когда я немощен, тогда я силен». Я бы никого не просил исповедовать это, потому что, как только вы это скажете, то обяжете себя к чему-то.
Я дошел до того, что в хорошие дни я был готов исповедовать это. Вы только подумайте. Я получаю удовольствие. Не я терплю, или я выношу, не страдаю с благодатью, а получаю удовольствие от немощи, обид, нужд, гонений и притеснений. Почему? Потому что он узнал секрет. Когда мы приходим к концу своей силы, мудрости и ресурсов, тогда Бог высвобождает свою благодать. У меня есть одна фраза, которую я часто использую, и вот она. Благодать начинается там, где заканчиваются человеческие способности. Вам не нужна Божья благодать, если вы можете сделать это сами. Зачем же тогда Богу высвобождать свою благодать? Но когда вы приходите к тому, что не можете чего-то сделать, а сделать это нужно, тогда вы подходите для высвобождения Божьей благодати. Мы откроем послание к Галатам, вторую главу. Это еще одно исповедание Павла. Интересно, что Павел очень часто исповедовал свою веру и свои убеждения. Я призываю вас исследовать Новый Завет в поисках любого негативного исповедания, сказанного когда-либо кем-либо из апостолов. Не думаю, что вы там что-то найдете. Вот вам пример для подражания. Если вы пройдетесь по современной церкви, включая ее служителей, то не услышите ничего, кроме негативного исповедания. «Я не могу этого сделать», «Я считаю, что не нужно этого делать», «О, если бы», «Я не могу» и «Я не смогу». Апостолы так не разговаривали не потому, что они были самоуверенными, а потому что они дошли до конца своих сил. И вот Павел пишет в послании к Галатам, «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Павел говорит, в результате жертвы Иисуса на кресте я пришел к окончанию своей жизни. Когда я пришел ко кресту, Павел умер. И теперь живет не Павел, а Христос, живущий во мне. Это значит, что я полагаюсь не на свою веру, потому что когда Иисус вошел в меня, Он вошел со своей верой. Я считаю, что это ключ к новозаветной святости. Думаю, вы согласитесь со мной, что в современной церкви очень мало говорится о святости, но Библия говорит, что без святости никто не увидит Бога. В Ветхом Завете святость заключалась в соблюдении целого ряда довольно сложных правил. В конце одной из глав книги «Чисел» Бог говорит «Будьте святы, ибо Я свят». В первом послании Петра, первой главе, апостол цитирует это утверждение и пишет «Будьте святы, ибо Я свят». Он пишет это от имени Бога, но это огромная разница. Новозаветная святость — это не соблюдение ряда правил. Новозаветная святость не достигается путем соблюдения правил. Новозаветная святость достигается, когда вы умираете и позволяете Иисусу жить через вас. То есть, живу не я, а Христос. Можно сказать и так. Это не борьба, а подчинение. Не усилие, а объединение. Объединение со Христом. Помню одну историю о благочестивой женщине. Все восхищались ее святой жизнью. Однажды кто-то из христиан сказал ей, «Сестра такая-то, как вы боретесь с искушениями?» Она ответила, «Когда дьявол стучится в мою дверь, я прошу Иисуса открыть». Очень хорошо сказано. В 15 главе Евангелия от Иоанна есть история о виноградной лозе и ветвях, которая прекрасно иллюстрирует этот принцип. Это Иоанна, 15 глава, 1 стих, а затем 4 и 5. Там Иисус говорит, «Я есмь истинная виноградная лоза, Отец мой, винограды». Затем он продолжает, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь,
не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Вы когда-нибудь видели, чтобы ветвь на лозе не могла принести плод, даже приняв хорошее решение? Такого не бывает, не так ли? Почему же она приносит плод? Да потому что жизнь лозы проистекает в этой ветке. В этой небольшой притче представлены все три личности Троицы. Отец — виноградарь, Иисус — лоза, а Святой Дух — это сок растения. И когда он течет по ветвям лозы, вы приносите плоды Духа. Видите? Даже само слово «плод» говорит нам о том, что он получен не благодаря усилиям. Ни одно дерево никогда не приносило плод благодаря своим усилиям. И ни один христианин не может принести плод благодаря своим усилиям. Нам нужно дойти до того, чтобы оставить все свои усилия и в каком-то смысле отойти от своих добрых дел, не только от наших грехов, но и того, что, по нашему мнению, мы можем делать. Оставить все это и подчиниться Иисусу. И тогда мы сможем сказать то, что сказал Павел. Это один из моих любимых стихов. Кстати, сегодня я провозглашал его себе весь день, потому что мне казалось, что я не готов проповедовать это послание. Для меня учение о кресте является самой трудной из всех тем. Но в послании к филиппийцам, после того, как Павел прошел все те процессы, которые я описал, обратите внимание, что он сказал. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Есть еще один стих, который мы не будем читать. В нем нет слова «Христос». Это перевод Деррика Принца. «Все могу в том, кто укрепляет меня изнутри». Не буду вдаваться в детали этого перевода, но мне кажется, что он очень хорош. Итак, вот почему нам нужен крест. Это вторая причина, потому что только крест высвобождает Божью благодать. У вас могут быть все правила, все принципы и все учения, но вы не сможете это сделать, если Божья благодать не будет высвобождена через крест. На самом деле, если вы не знаете, как высвободить благодать, то чем больше у вас правил, тем хуже будет ваше положение. И в конце концов, вы будете готовы выбросить все это и сказать, «О, от них никакой пользы, я ничего не могу сделать». Вы абсолютно правы. Вы не можете этого сделать, и я не могу этого сделать. Это может сделать только один человек, и имя его — совершенно верно, Христос. Но это лишь в том случае, когда Ему позволено жить через вас. Когда мы подчиняем свою жизнь Кресту и приходим к концу своих сил, тогда Он может с избытком сделать это. Если мы не сделаем все правильно в первый раз, Он не отвергнет нас. Он скажет, это была хорошая попытка. Вот где вы ошиблись, а теперь давайте сделаем это еще раз. Он очень терпелив. Я являюсь христианином уже 48 лет, и когда я думаю обо всех ошибках, которые я совершил, и обо всех неверных поступках, то удивляюсь тому, что Бог все еще держит на мне свою руку. Хочу сказать вам, если вы являетесь христианином не так долго, как я, не отчаивайтесь. Он может быть строг с вами, может исправлять вас, может делать вещи, которые вы не будете понимать, но он никогда не махнет на вас рукой. Возможно, у некоторых из вас не очень хорошие воспоминания о вашем детстве, о родителях, которые не понимали и не любили вас. Не забывайте о том, что сейчас у вас есть Отец, чье имя Бог. Он очень терпеливый, понимающий и нежный. Но в то же самое время Он отвечает за каждое свое слово. Еще одна причина, почему нам нужен крест.
Через него высвобождается сверхъестественное подтверждение того послания, которое мы проповедуем. Мы вернемся во вторую главу первого послания Коринфянам. Это 4 и 5 стихи. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». В другом месте Павел цитирует одного из своих критиков, и критик говорил, «В личном присутствии он слаб, и речь его незначительна». Ведь Павел не был великим оратором. Вообще-то, если говорить об ораторских способностях, то они явно были у апостола Петра. У Петра речь просто лилась. Прочтите его послание, и вы увидите, что они великолепные. А считается, что Павел был довольно низкого роста, с кривыми ногами, то есть он был довольно невзрачным. Он не полагался на свое красноречие или свою мудрость, а полагался только на одну вещь — на сверхъестественное подтверждение Святым Духом послания, которое он проповедовал. Опять же, это работает только тогда, когда заканчиваются все наши методы. Когда мы подходим к концу, у нас не остается больше никаких карт в рукаве. Мы продолжаем держаться своего исповедания. Вот тогда Бог начинает высвобождать сверхъестественное. Давайте продолжим. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Обратите внимание, что Святой Дух может быть явлен. Он сам по себе невидим, но его можно увидеть через его дела. Вы не можете увидеть его, но зато можете увидеть чудеса и знамения, которые он исполняет. Это личная Божья аттестация проповеданного слова. Затем Павел пишет, «Дабы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Опять же, из-за моего прошлого я очень ценю этот стих, потому что философия, которую я изучал, которая, кстати, была очень модной полвека назад, сегодня полностью устарела. Если бы я построил на ней свою жизнь, то сегодня у меня было бы разрушенное основание. Но когда я встретил Иисуса, то пережил сверхъестественную силу Божию в своей жизни, которая довела меня до сегодня. Я бы хотел прочесть слова Павла из 15 главы послания к римлянам. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». Он говорит, «Я заинтересован только в том, что Христос сделал через меня. Меня не интересует то, что сделал я сам. В покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божьего, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Без чудес и знамений наша проповедь не является полной. Мы распространяем Евангелие не во всей его полноте». В конце 50-х годов я был директором педагогического колледжа в Кении, что на востоке Африки. В то время африканцы стремились к получению образования, поэтому они были готовы идти в колледж и исполнять все правила, делать все, что мы скажем. Если бы им сказали «креститесь», они бы крестились. Если бы им сказали «пойте гимны», они бы пели гимны, потому что от этого зависело их будущее. Но, пробыв там около года, я понял, что в большинстве случаев все это было лишь внешним подчинением ради получения образования. Там было очень мало истинного послушания от всего сердца. Однажды я собрал всех студентов вместе, их было где-то 120 человек, и сказал им, «Я хочу поблагодарить вас за то, как вы сотрудничаете с нами, за то, как вы послушно выполняете все, что мы вам говорим. Я понимаю, что вы делаете это, потому что от этого зависит ваше образование, и благодарен вам за это. Но в голове у каждого из вас есть большой вопрос без ответа, и вопрос этот звучит так. Библия действительно является посланием от Бога, или же это
книга белых людей, которая неприменима к африканцам. Они были удивлены, потому что именно об этом они и думали. Затем я сказал то, что их шокировало. Я не могу ответить на этот вопрос. Есть только один способ, как вы можете сами найти ответ. Если вы в своей жизни переживете силу Божью, тогда вы узнаете, что это послание не из Америки и не из Великобритании. Оно пришло с небес. На этом мы разошлись. Я поместил перед ними Слово Божие везде, где только мог, потому что у меня была власть. Затем я ушел и молился за них полгода, и Бог излил свой дух на этих студентов. Ночью мы не могли уложить их спать, потому что все в общежитии были заняты молитвой. А в следующие полгода мы видели все 9 даров Святого Духа в действии в жизни тех молодых африканцев. Отношение миссионеров в то время... Вы не можете многого ожидать от африканцев. Они могут подняться лишь на определенную высоту и не больше. В естественной сфере это, возможно, и правда. Но в сверхъестественной, слава Богу, у всех есть одинаковые права и возможности. Их жизни радикально изменились, когда они пережили силу Божию. В этот период мы увидели 2 воскресения из мертвых. Это были 2 моих студента, молодой человек и девушка. Думаю, что могу кратко рассказать вам историю о том, как случилось это дело. Она очень сильно заболела и сделала то, что делают все африканцы, когда болеют. Она поехала домой в свою деревню. Через несколько дней к нам на велосипеде приехал ее брат и сказал: «Тереза очень больна, она умирает». Поэтому мы с моей первой женой Лидией сели в машину, закрепили велосипед на крыше машины и отправились в дальнюю дорогу. Мы приехали в деревню и нашли девушку в небольшой клинике, уже мертвой. Это было очень похоже на сцену из Нового Завета. Вся семья была на улице, они плакали. Мы с Лидией вошли внутрь, у нас не было никаких планов. Мы просто встали на колени по обе стороны кровати и молились, и через минуту она села. Она спросила: «У кого-то есть Библия?» Я сказал: «Да». Она ответила: «Тогда прочтите 41-й псалом». Я так и сделал, не зная почему. Когда она умерла, ее дух покинул ее тело и отправился в место, которое, по ее словам, было наполнено красивым и ярким светом. Также там был человек, который читал 41-й псалом. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!